Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 4 сентября. Вооруженные силы Украины повредили паромную переправу оккупантов вблизи Берислава и уничтожили склад боеприпасов в Баштанском районе. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг. Подтвержденные потери врага на южном направлении составляют 138 военных, 9 танков, гаубицам 100Б, реактивная система залпового огня «Ураган», пусковая установка С-300, пушка-гаубица 152 калибра, 18 единиц автобронетехники.